Нет. Ну что, посмотрим, что получится. Ну что, да, пошли? Да, да, да. Так, отлично, вроде открылось на весь экран. Первые два домика я ставлю, конечно, не самые приятные, но да ладно. А, кусты довольно близко первые. Я, кстати, близко очень к чуду, блин, это значит, что от меня очень далек край. В принципе, быть близким к чуду тоже не так плохо. Ни в коем случае не хочу я, чтобы его рано активировали. Так, это походу, да, это уже выход туда. Довольно, блин, маленькая карта. Выглядит, по крайней мере, именно так. В ТГ намного просторнее, кажется. Много зависит еще от того, кто попадется рядом со мной. Ой, да ладно, там что, скала на чуде? Это круто! Блин, плохо, что кто-то активировал чудо. Да, это было, конечно, не очень дружелюбно с моей стороны. Так, камень, вот что я забыл найти, сейчас я его нашел, правда, блин, ну-ка, это может потом зарешать. Ой, какой-то тут совсем жесткий лес. Мне даже немножко непонятно становится, что тут, как тут. Лол, он с крестом, значит, туда пришел. Блин. Нет. Нет. Так, главное, чтобы там побольше народу сейчас поразводилось на всякие файты в феодале, а я, в принципе, скорее всего, смогу закрыться здесь. Даже за прето ставят там уже какие-то домики. А, он вообще еще ближе к чуду, по-моему, чем я. Неплохо. В центре будет очень большая мясорубка, наверное. Я все-таки хочу по максимуму выбежать отсюда. Так, отлично, камень. Сразу пойду и закрою его. Один камень я себе уже обеспечил.
Блин, нужно быстрее рубить наружу. Блин, ну лол, ну что он делает-то? Фак. Вот лейнер. А, блин, домики. Блин, убить скаута Педро было бы классно, да, отлично. Перфект. Так, феодали уже кто-то. Блин, главное, чтобы первый тот, кто будет первый на чуде в эти 100 лет, его не оставил. А дальше, я думаю, все будет хорошо. Это круто! Так, выходим. Блин, плохо, что там закрыться не получится. Ja. Hauber, Hauber.
Что да, уже за проект этот уже слился, что ли? Блин, чуть я не рассчитал. Рынка-то нету еще. Дерева нужно больше. Блин, он Дорин уже в замках за Гота. Фак. Довольно здорово он стартует. И Педро в замках, да, что-то я отстаю. Но, возможно, они через маркет это делали. Блин, лол, даже этот чел уже апнулся. Плохой, значит, у меня старт. Ну ничего, может быть, все равно хорошо отбумлю, плюс у меня есть камень, это немаловажно. Главное, чтобы теперь по таймингам успеть. Блин, потеряла скаута. Тут даже застроили этого Жозепрета. Норм. Норм. Плохо, что вот эти два куска золотых отдал. Блин, да. Это ошибка, наверное. Так, по идее, мне должно хватить на 4 таун-центра и замок моего камня. Плюс, кстати, тут можно будет в будущем собрать. Блин, ну в принципе, у меня не так уж и много ресов. Так что не думаю, что там кто-то сделал такой клевый фасткасл и бумит. Очень сильно, поэтому все должно быть окей.
Holzer. Das ist soll. Uvere. Buvere. Buvere. Es war Buvere. Hey, Holzer. Uvere. Да, даже по счету начинаю вырываться, там красный этот чувак, по-моему, правда, это девушка. Не очень сильно, но топовый по счету, это хорошо. Это круто. Да, съел весь камень, придется 100 камней купить, сделаю это сразу. Золото есть. А камень, я думаю, не я один буду покупать. У инфлюенса еще слишком большой счет, видно, он тоже клево бумит или воюет даже с кем-то. Вот красный, по-моему, точно воюет. Да. Да. А, ну да, вон у Педро очень маленький счет. Не слишком агрессивный замок, но в принципе в обороне он должен мне тут помочь. Так, если Педро тут закрыл, а его атачат, то надо поглядеть, что там, может быть, я сейчас так легко зайду к своему там золоту. Так, я строю замок, а по счету уже приближаюсь, это не может не радовать. Да и инфлюенса точно воюет с Педро. Блин, аванпосты-то дорогие для такой карты. Да, буду здесь выходить. Это круто. Нет, Педро все-таки здесь где-то есть, похоже. Не надо торопиться с импом, если апнусь первой. Вполне возможно, что оппоненты подумают, что я такой тут стронг, а если апнется кто-то другой, первым делом подумают именно про него, я думаю. Чисто такой психологический момент. Но инфлюенс отрывается от меня по счету, значит, он явно воюет. В этом я уверен. Золото, пожалуйста.
Так, у чуда еще 200 лет. Блин, на самом деле клево, что меня никто не трогает. Ладно, пора пацавым. Я пусть вымп, у меня счет такой же, как у инфлюенсера, возможно, он тоже апается уже. Опа, хуски, хуски, хуски. Закрываемся. Так, а в каком я ТЦ-то? Отлично. Главное, что я не в том ТЦ, а пусть. Блин, и здесь это тоже хусками прессует. Да, сейчас по счету я даже вырываюсь. Блин, да, вот я раньше всех апнулся, сейчас начнут со мной воевать все. Вон, да, там инфлюенса тоже фул отбумерша, так что не надо тут думать, что я сильно впереди всех прям. Так, ну, наверное, я попробую с первой сотки удержать это чудо. Yeah.
Блин, а Андорин-то в принципе на таком нон-стопе может удержать. Фак. Yes, я захватил его, все супер. Все, теперь фул за спам, короче, туда. Блин, правда, 100 лет держать. Оу, фак. Да, там инфлюенс еще подтягивается ко всем этим пушам. Да, что-то там переходит в равновесие, по-моему. Да. Блин, они ушли. Сука.
Вот желтый говнюк, а? 2 в 1 получается тут, как минимум. Да, особо я на лейт-гейм не рассчитывал, у меня же реликов нету. Офигово. Это круто! Да! Немедленно нападаем на врага. Ну, давай начнем! Ну, флю войска не погибают, у него сейчас куча ресов, он сможет просто нон-стопом производить армию. Хотя нет, вон воюет с кем-то, мы бы сейчас разведем в две стороны его. Блин, этот все рейдит мне здесь, блин. Так, этого сбили. Так, радует, что инфлюенция не самый большой счет. Ой, здесь этот, блин, с большой пачкой канониров, чувак. Блин, надо форсить мне в центр. Хотя, блин, как же много еще лет. Блин, мне там собираются бараки выносить. Да.
Блин, вот говнюк. Нет. Нет. Так, отлично, они между собой немножко там воюют. Блин, а мне надо просто туда пройти, просто туда пройти. Фак. Блин, там осадка есть. Эй, как он по чуду-то ходит? Так нечестно. Да, походу выбьет меня. Да, это не круто. Красный там помешал конкретно, все дотекание мне отрезал. Так, было неприятно. Так, его походу оттуда сбили. Короче, у меня есть новый план. Надо просто ждать, пока у всех кончится золото. Хотя у меня, мне кажется, оно кончится быстрее всех. Очень мало территории я себе взял. Yeah.
Блин, там с анаграми чувак засел. У него счет маленький, надеюсь, его там выбьют. Нет, ну, давай начнем. Ну, давай начнем. Еды, пожалуйста. Ладно, что-то его походу оттуда выбивают. Не стоит мне там воевать. Короче, я оставлю-ка я там все на самотек. Попробую чисто желтого пропушить. Или как красный просто всем дотекание прерывать тем, кто в центре. Давай, желтый, попробуй что-нибудь придумай на центре, пока я буду тебя подрезать везде. Пусть теперь он против рейда поиграет. Das ist so.
Получаем еще сельских жителей. Получаем новых сельских жителей. Строим флот. Немедленно нападаем на врага. Так, вот серый мне не нравится, он теоретически может там занять всю эту фигню. Да, желтый сейчас на меня здесь переключится. Только надо сходить посмотреть, что там. Блин, плохо, что Нагар не стреляет, значит он тут стоит где-нибудь, поди. Ну, давай начнем. Ну, давай начнем. Опять выбили. Найс. Блин, ни одного релика, капец.
Блин, ну чё, вы там выбьете сегодня, нет? У меня поп 210, меня по идее ничего не должно волновать сейчас. Главное, чтобы просто игра не закончилась. Кстати, сейчас, по-моему... А, нет, только час прошел, да. Через час уже финал должен начаться. Мне не нравится, что на центре, пойду-ка я помогу. Да. Нет. Ну, давай начнем. Да. Блин, не знаю, может попытаться сейчас забрать. Ну да, я, наверное, постою здесь, попробую подержать. Ну что, пошли! Фига, там у кого-то 12 тысяч золота. Вы что, шутите? А, это у Педро, типа. Нифига. Красный, ты собрался брать эту всю фигню. Нормально, сейчас красный вложится, должен, по идее, много здесь потерять. Это круто! Субтитры сделал DimaTorzok.
Сескрома. Так, ну ладно, мне надо тогда уйти в оборону сейчас. А, или нельзя, потому что тогда там возьмут. Ну, давай начнем. Ну, давай начнем. Вот нахрена у меня рейдила. Блин, кто-то еду покупает, у кого-то реально там дофига походу золота. Давайте, выбивайте нафиг красного. Нормально, продолжаем. Выбьют же. Два канонира, убейте их, а! Да. Вот это сильно. Хороший город. Беру. Нет.
Сейчас там в центре слишком много народу, я думаю, сейчас все разбегаться там будут. Что за хрень там происходит вообще? О, релики! Релики! Ну-кася! I see the relic. Чё, Бедра опять рейдить начнет? Ну что за... Зачем он это делает? Хотя ладно, я знаю, зачем. Ее так нельзя сливать. Блин, по идее, там можно просто нон-стоп или барца спамить. Нормально, у меня 120 виллов. Но он, конечно, на стопе держится, но я не думаю, что он протянет еще 50 лет тут. Блин, неприятный рейд. Так, ладно, вроде его выбивают, там уже зеленые всякие. Мы опять возвращаемся к исходной точке. По-прежнему около 120 крестов у меня, кстати. Yeah.
Блин, за счет чего вообще желтого такой счет? Лол. Быстрее. Походу он выиграл. Да, не успеют уже убить эти пики. Да. Ну офигеть. Этот чувак был вообще мертвый в начале. Лол. Ну, конечно, я невероятно... Посмотрите, вот в сравнении с Педро, у него тупо в 2-3 раза больше территория. Да, капец, конечно, слишком много территории здесь отдал Педро. Надо было 2 вот этих голда забрать, может как-то вот так поставить. У зеленого, да, у Андорина вообще просто капец, сколько карта. Вся правая сторона его, по сути. Понятно, откуда у него столько золота. Надо было мне, наверное, не воевать за центр, хотя как без этого, там тогда бы выиграли раньше. А просто желтого снести. Или хотя бы вот красный правильно делал, чуть-чуть, конечно, не выиграл. Нужно было просто ходить вокруг здесь, убивать здания близко, а потом в момент, когда видишь, что мало кто здесь отстроился, уже пойти резко в центр и использовать все ресурсы, полностью проулынить. Ну ладно, прикольная игра получилась. Был шансик. Наверное.